следить за развитием событий этого вторника. Сегодня россияне отмечают День народного единства. Этот праздник самый молодой среди государственных. В 2004 году его установил своим указом Владимир Путин. 4 ноября – судьбоносный день в российской истории. Эта дата положила конец смутному времени, которое длилось около 30 лет. В 1612 году Москва была освобождена от польских захватчиков. Их выбило из Китай-города Нижегородское ополчение, которым командовали Минин и Пожарский. Позже 4 ноября стало символом единения народов России. Сегодня в стране проходит праздник. Праздничные митинги, шествия и концерты. В столице за порядком будут следить около 6500 милиционеров и военнослужащих. По традиции Дмитрий Медведев возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Монумент открыли в феврале 1818 года в присутствии императора и императрицы, а также, как указано в исторических источниках, при бесчисленном скоплении народа. Самария. Местом празднования Дня народного единства стала самая большая площадь в Европе – площадь Куйбышева. На сцене прошло театрализованное представление. Актеры, одетые в костюмы 17 века, изобразили борьбу ополчения с поляками. Действо сопровождалось колокольным звоном. Также